Всем привет, меня зовут Гела Супернова. Я очень сильно замерзла в Москве. Я психанула, скажем так, и решила поехать на несколько дней в Турцию, пока здесь холодно. Я заранее готова первый минус поставить компании. Выбрана авиалиния, одна из бюджетных. И там не кормят. А я люблю поесть. Пока у меня есть силы, решила записать, прилетела в аэропорт Анталии. Добралась наконец-то. Удалось немножко вздремнуть. Обычно мне это не удается. Я приятно удивлена. И очень рада тому, что я взяла с собой впервые в жизни еду, потому что в Аэрофлоте, в Севене и в других, ну, Turkish Airlines обычно кормят. На Пегасе летела впервые, поэтому решила на всякий случай перестраховаться, взять с собой еду. И она как нельзя кстати подошла. Ну что, я наконец-то добралась и теперь радуюсь этому солнечному дню. Уже жду, когда переоденусь в летнее одеяние. Пока я сначала решила насладиться просто прекрасной погодой. Я так скучала по солнцу, кажется, как будто его не было целую вечность. Ну что, я учусь продолжать свой влог. Очень приятная здесь атмосфера, солнце прежде всего. Сейчас пытаюсь насладиться и впитать. Всего здесь несколько дней будет, поэтому хочу напитаться перед тем, как вернусь. Вода еще холодная. Я не привыкла меньше 30 градусов купаться. Приятное ощущение пройтись по Средиземному морю, несмотря на то, что вода холодная. Сам факт понимания, где ты, а именно в моменте, что ты сейчас живешь. Ты мыслями не где-то там, не где-то в своих проблемах, а ты просто здесь. Я сейчас подогналась, напугалась, я думала, что это змея, а это всего лишь веревка. В свое время я держала в руках змею, причем в классе 4-м. Ну, понятно, что она не была опасной. Но, тем не менее, мне не возникало ощущения какого-то страха. Откуда он появился, мне неизвестно. Что-то внутреннее, что-то потаённое. Но я очень хочу этот страх побороть. Ну, не в обстоятельствах, конечно, опасной природы, где да, невозможно спасти. Своих врагов встречаю прямо, сомкнув в объятия свои. Я наслаждаюсь жизнью, Риана. Такие правила мои. Я не знала, что я хорошую игру в бильярд. Я почти ни разу не промахнулась. Прикольно. Так, ну что, меня не может не радовать, что мне разрешили, пока я жду транспорт, выйти к морю. Наслаждаюсь теплыми днями. Точнее, оставшимися минутами, часами. Любуюсь на море. И уже сегодня вечером возвращаюсь в Москву.